Накануне февраль напоследок напомнил, что он был последним месяцем зимы. Было снежно, влажно и тепло. Но синоптики уверяют, такая погода очень характерна для конца февраля, когда еще метут метели. А вот температурный маятник в этот раз удивил. Все зимние месяцы были с положительными отклонениями. А февраль 2022 года выдался аномально теплым. Среднесуточная температура воздуха оказалась выше средних многолетних значений на 5 градусов. А в отдельные дни средняя температура воздуха была даже на 9-11 градусов выше климатических значений и соответствовала началу апреля. Некоторые дни были с положительной температурой, средней суточной температурой воздуха до 0,5, до плюс 1 градуса. Это февраль. А 9 и 27 февраля установлены рекорды по количеству выпавших осадков. В некоторых районах республики объем осадков в эти дни достигал 6 миллиметров. И на улице вновь пришлось выйти коммунальщикам и дворникам. Осадки будут и в первую неделю марта, но не такие обильные. И чаще это будут снег с дождем. В ближайшие сутки погоду на территории республики будет определять область повышенного атмосферного давления антициклон. Существенных осадков не ожидается. Осадки начнутся лишь вот в пятницу, субботу. Мы ожидаем вот по расчетам такое. Такое влияние вот продлится почти до конца недели. Что касается долгосрочного прогноза на март, вот сценарий будет такой же, как и в феврале. Атмосферные процессы будут вот соответствовать этим нормам. И вот средний суточный температур воздуха в марте окажется также на 3-4 градуса выше средних климатических значений. Первая мартовская неделя пройдет под девизом «тепло и пасмурно». Ближе к выходным в Мордовском гидромете прогнозируют недолгое похолодание. Ночью стрелка термометра будет опускаться до минус 10 градусов. Но днем солнце согреет жителей региона, которые решат прийти на масленичные гуляния. Кстати, активного таяния снегов синоптики не ожидают. Почти весь март по ночам будет сохраняться устойчивый минус. Наталья Тюрина, Евгений Фролкин. Наши новости.